Народ, привет! Вот мы и на завтраке. Заходим, сейчас все покажем, все расскажем, все покушаем. Good morning. Ух ты! Good morning. Вот смотрите, начинаем с очки. Лимонад. А, лемон мин, прошу прощения. Оранж, это апельсинка, арбузик и детокс. О, детокс, смотрите, ничего так себе прикольные штучки. Что девочка рассказывает? Там омлеты, здесь арабские. Ух ты, сейчас, подождите, я за вами прибегу. Но покажу сначала мучные изделия, донатик, кексики, вот это, наверное, вкусно. Я надеюсь, это с корицей, круассанчики и шоколадные булочки. Еще какие-то булочки, я не знаю, с зеленью, как будто бульонные. Ну, приятно, девочка рассказывает. Или это эффект камеры, или рассказывает. А ну-ка. Сосисочки. И приятно, что все можно накладывать самим. And we will take by ourselves. Ух ты. Вот это вот. А, ты должна одеть. Все, я поняла, одевай. Показывай. Ой, это вкусно, это хотим. Класс. Это шакшуша. Шакшуша. Ну, отлично, попробуем шакшушу. Фуль, класс. Идем дальше смотреть. Ну, пока все очень классно и очень мало людей. Правда, сейчас надо еще выбрать, где мы сядем, чтобы не было холодно. Очень прикольно. Бурачок. Класс. Это как фахита типа. Да, так все интересно вообще стоит. А что это такое? Это сделано просто прикольно. Что такое? Чисто напишь. А, это для этого, для прикольно. Чисто. Ну, всякие виды сыров и ветчинки. Вот это вот что такое интересное. Бутербродик какой-то. А, мини-сэндвич. А это сладкая какая-то штучка, йогурт, какие-то йогуртово-мюсливая штучка. Ага, это овощи пошли. О, мой любимый салатик. О, Наташка, любимый салат. Да, недавно его ели. Вкусный. Пошли дальше, посмотрим, что. Вот, если это место, то маловато, я скажу, место. А, нет, он еще, все, место есть. Это омлетик можно заказать. А, посмотри, подходишь, пишешь себе это, омлетик. Вау. Good. Так, она сказала, что есть нормальный кофе. Да-да-да, она сказала, есть нормальный кофе, эта девочка. А, и сказать вам, что мы читали в отзывах, да, что те, кто уже как это, заказал завтрак, они покупают на месте, то кофе из машины дается бесплатно. Мы такое читали в отзывах, только нужно просить. А девочка сказала, что нормальный кофе есть сразу, да? Ну, потому что она сразу посмотрела, что у нас какой-то принцип есть, и спросила. Но она просто знает, что мы оплатили. Давай вперед, я, наверное, мы хотим посидеть где-то с видом на... Не знаю, можно, почему нельзя. Да, это правильно, Наташа, выбери, пожалуйста, чтобы меньше было. Это вот кондиционеры, видите, очень сильно дует за шиворот, и можно так простудиться. Доброе утро, Абу-Даби. Люди бегут на работу, сейчас даже уменьшу. Ну вот мне, слава богу, на работу пока не надо. У меня есть выходные, можно отдохнуть. Приятно. Да, Наташа, ты выбрала? Надо, чтобы выбрать, чтобы солнце еще не било, в принципе. Здесь? Здесь? Давай здесь. Ну, хороший столик такой вот. Это вот. Пока никого нет. Ну, в общем, да. Все, я положила карточку. Да, ты положила карточку, ты поставила сумку. Определилась. Все, присаживаемся на наше место. Будем начинать завтрак, покажем, что мы взяли. Надеюсь, будет вкусно, интересно. В общем, дадим оценочку. Кстати, обратите внимание, какие чаи здесь здоровые. Это просто как, я не знаю, как в два раза больше чай. Я на твоем месте сказала бы им так делать. А please, this both side, okay? Both side. I order 6 to 8, both side, okay? Yes, yes. Thank you. Так, забыла вам показать еще здесь с угла. И смотрите, вот такая штучечка, кибая хамис. Очень вкусные котлетки. О, давай, мне кибая возьму. Ага. По-моему, я только одна делаю эту кофе. Одна перчатка да. Нам сказали, здесь перчатки мы одели. В принципе, правильно, можно открывать все штучки. И вообще, я скажу вам так, что были отзывы, что официанты накладывают. А сейчас как-то уже все получится. Ну, давай, я за тобой похожу, поснимаю, что ты кладешь себе. Сосиски. Сосисочки.
Кстати, классно так оформлено в бутылочках. А не хочешь чикен нудлс? Нет? Ну кусочек возьми, это же углеводы. Ну, с утра-то энергией зарядиться надо. Людей, кстати, мало, классно. Помните, в Геворе было маловато, а в Эль-Джадаф уже так мы сидели. Люди приходили. А, шакшушу ты взяла? Что это такое шакшуша-то? Шакшуша — это национальная еврейская, арабская. Это... Так это мясо или что? Нет, это яйцо. А, это яйцо. Поэтому ты не захотела взять это. О, это маленькая пицца. Наташ, ты видела маленькая пицца? А, через манакиш написано. Понятно, любимая наша еда, манакиш. Ты бурачка? Тарелки какие-то. Ну, прикольные салатики. А сырок что-то будешь брать такое? Мне интересно вот эту вот штучку попробовать. Что оно такое сладкое? Это не Али случайно? Вкусная сладость, которую мы пробовали. Он так похож. Надо у девочку спросить. Хотя написано вот, смотри. Пинепл, йогурт и мусс. И мюсли. Прямо они не меняют прям вот краской. Выбери. Да, мне такой один сэндвич возьми, это будет интересно. Угу. Так, наверное, уже я сама буду что-то делать. Сейчас я вернусь. Да, вообще пора бы уже самой накладывать тарелочку. В общем, как наложим, покажем, что мы выбрали. Мы уже сделали. Да, смотрите, я ж фрукты не показала. Просто новое место, так разбегаются в глаза. Oatmeal, значит, это кашка овсяная. Дальше корица, изюмчик. Кранберри — это когда красная, это клюква. Дальше абрикос. Такой маленький сушеный, это даже не курага. Орехи такие, грецкие. Орехи такие порезанные мелко. Миндаль, прикольно. Ну, это такие уже какие-то хлопья с медом прям. И прям в пачке можно брать. Вообще прикольно. Дальше есть бананы, апельсины и варианты яблок. Ананас, дыня, арбуз. И что-то еще. Что-то еще такое-то что? Ну, что это такое? Ой, не туда ляпнуло. Молоко, короче. Я думаю, что это молоко. Вот. Так что уже мы набрали тарелочку. Сейчас покажу, что я взяла. Пока немного, потому что нужно поесть, посмотреть, что вкусно, что невкусно. Я надеюсь, все вкусно, в принципе. Сейчас покажу, что я взяла, что Наташа. У нас за занавесочкой. Вот и наш стол. Смотрите. Наверное, отдалю даже. Не буду отдалять. Моя яичница. Дальше взяла манакиш такой, пицца маленькая с яичницей, чтобы скушать ее. Помидор, огурец и брокколи, вермишель, грибы и кибая хамис. Вот такой у меня пока завтрак. И мы взяли по соку, это фреш. Сказали, это фреш, это реально фреш. И бутербродик еще. Да, бутербродик возьму. Наташа, скажи, что у тебя? У меня шакшуша. Шакшуша? Что-то у меня как-то слабенько. Грибы, да, что у тебя вообще слабенько. Сосиска, манакиш, сэндвич и бурячок. И салатик с ним брала. Салат у меня тут вообще все, что это, все, что возможно. Ну, вот такой вот. Будем кушать, пробовать. Приятного аппетита. Ну, давай попробуй. Так, хочу шакшушу. Ну, вот тут такие яйца. Я не знала, что надо делать. Что же это такое интересное? Ну, яйца вместе с овощами. Ням-ням. Очень вкусно. Я хочу... What is it? Orange and lime. Orange and? One, please. One, please. Я не поняла не совсем, что это. Thank you. Thank you. Окей. Okay. Thank you. Сказали orange чем-то, это, наверное, не знаю. С ромашкой. Даже буряк. Orange с ромашкой. Ну ладно, поскольку у нас это по такой вот рюмашечке, я не думаю, что это. Она же видит, что у нас апельсиновый сок стоит. Ну попробуем, что это, наверное, детокс какой-то. Буряк шикарный. Шикарный бурячок. Типа... маринованный, но нету очень много уксуса всего. Шикарно. Шикарно, да? Да, к тебе. Ну все, отлично тогда.
тогда мы довольны завтраком. Оно, да. Тебе очень вкусно. Откуси еще сэндвич. А ну подожди, стой, покажи кибейку. Вот что-то вот как мяско такое, да, фаршик? Да, да. А еще, если ты еще откусишь сэндвич, будет здорово, попробуешь. Очень вкусно приготовлено. Слушай, один укус и пол сэндвича нет. Это с рыбой что-то. Очень вкусно. Вкусно, да? Да. Ну, себе знала, что с рыбой обнебрала бы, потому очень, что, но я попробую. А еще можно детокс попробовать, что-то такое вот, чуть-чуть, аккуратно, он очень холодный. И ваше здоровье. А ну-ка. Я не могу понять, ну... Так, ну-ка я попробую. Я что же это могу попробовать? За здоровье, друзья мои. Ну, уровень чувствуется. Ой, апельсиновый сок, тут добавили что-то еще более кислое, чем апельсиновый сок. А что может еще более кислое, чем апельсиновый сок? Очень хорошо. Очень хорошо. Витамина С на апельсине. Ого. Ну, бодрит с утра, скажем так. Вообще нужно покушать, чтобы живот не свело, а то соки так вот на голодный желудок. В общем, кушаем. Ну что, народ, я объелась вообще. Очень вкусно все. Ой, кибая хамис уже Наташа за несколькими другими пошла. Уже, да? Ты меня снимаешь? Да. Сколько ты уже съела кибаек? Две, еще две, да? У меня не влазит я уже. Я две разве, я одну съела. Ну, я одну первую взяла. Ты ж четыре принесла, я одну взяла. Кто вам там те вареники рахует? Ешь такому, ешь. Ну, слушай, я виновата, очень вкусно, реально очень вкусно. Реально очень вкусно, да. Вот акави-чиз, это не акави-чиз. Да, вот монакиш был так себе, это сейчас такое, еще сладости посмотрим, вообще, надеюсь, будет круто. Хлеба, а все остальное вообще. Ну что, пришло время сладостей. Вот есть медик, дальше апельсиновый джем, фруктовый джем и клубничный. Ну, всякие маслица еще есть, эти булочки я уже вам показала, прикольные. Сейчас все покажу, что есть варианты булочек. Ну, интересно. Также хлеб тостовый и можно разогреть. А, обязательно покажу как-нибудь видео, где мы с Наташей много джемов привезли из отеля. О, было смешно. Как меня в Дзене хейтили. Я только собирала деньги и просмотры. Вообще было прикольно. Как вы знаете, из Дзена я ушла, я больше там не хочу. Никогда. Вот, Наташ, смотри. Да. Сказала, что обязательно выложу видео, как мы драконили дзен. Так, давай, что, бери два оранжа, два. Давай два оранжа. А мне миксуют, тебе строубери, да? Чё? Ну или да. Стро... А, возьми мед, я хочу мед с кофем. Это просто сейчас скушать. Так, ну давай, я вот желаю такую булочку, наверное. Ой, зачем эту мигающую поставили? Угу. И два круассанчика. Но это мы... А, и вот это вот тоже я хочу. Вот такую вот с корицей я тоже хочу, наверное. Ну, вы же понимаете, это все пойдет, скорее всего, в кулечек, и мы поедим это в номере, потому что мы очень мы объелись, очень сильно. Может, какую-то булочку я попробую, но вряд ли. Что-то хочешь? Да. Вкуснейшую. Кстати, фреш. Ну, действительно, посмотрите, какие варианты есть. Да, конечно, помогу. Что такое? А. Опа, все, помогаю. Или вот сюда положи. Так, а я что хочу? Ты хочешь вот эту, да? Не, я хочу эту и два круассана. Круассаны позажаристи, пожалуйста, выбирай. Вот это хочешь? Да, и два круассана, два зажаристи. Вот этот и вот этот можно сразу. А не с чем-то? Да нет, обычные. Не, ну если с чем-то, будет с чем-то. Но я думаю, что они обычные. Знаете, удобно, что водичка здесь стоит. Бутылочку взял и пошел. Очень вкусно пахнет. А себе ты что возьмешь? Ты вот такие, помнишь, любила пробовать? Нет, не хочу. Не хочешь сейчас, да? Донация есть, но уже не влазит никак. Донации нет. Ой, я тут хочу шмак. А что корицей пахнет? Булочка. Люди подходят, но, конечно же, не так много, как мы предполагали, что просто будет целая толпа народа. Кофе мы уже заказали, попросили с машинки, сказали good one, хороший, пожалуйста, нам кофе. Нам сказали, да, сейчас принесут. Я хочу с ним вот это вот лимонное. Давай. Тоже было интересно, либо лимон мин, либо детокс воду. Но лимон мин, я боюсь, чтобы он совсем не был кислый. А ну давай.
Да, ну прям уж давай, сделай. Там же скажут вообще, как ты знаешь. У тебя он подходит к кофточке. Помните чудесный шопинг? Шикарный. Шикарный? Не кислый вообще? Наверное, они сахар добавили. Понятно. Ну все, идем. Очень вкусно. Очень вкусно. О, смотрите, какие лампы. Ой, я только сейчас обратила внимание. Я не заметила, наверное. Красота какая. Очень симпатичный такой отель. Котик Ярд Мариот, как мы его называем. Смотри, белки делают. Приятного аппетита, мужчина. Мужчина, блин. Вот у кого-то тоже такой завтрак очень, очень веселый, но слабенький. Где это эти оладушки? Мне не нужно, но в принципе. Оладушки, я думаю, там же, где и делают. И все, мы уже пришли. Уже поставить. Идем. Открывается это. Ку-ку. Ждем кофейка, ждем кофейка. Так, кофеек нам, да, принесли? Принесли кофе, как мы просили, надеюсь, из кофемашины. Да, это, ну, а как он с такой спенкой будет из них с кофемашины? Сейчас пробую и... Это все Олечка съест сейчас, да? Конечно, как же иначе. Все, народ, вот такой у нас получился завтрак. Надеюсь, вам понравилось. Это все пойдет в номер. Места у нас уже нет. Общем... Значит, номер пойдет. Само пойдет. Да, ножками. Счастья, здоровья, вкусных завтраков. В общем, подписывайтесь.